Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну, скажем так, мы с Брателлой на рыбалке. Нечастое последнее время наши видео, да и не очень. Рыбалки частые. А рыбалки частые, да? Да. Хотел сказать, не очень частые, но мы двигаемся на самом деле. Многие, может быть, нас потеряли, думают, что мы там это, мы все живы-здоровы. Дружба у нас крепкая, на переправе никто коней не меняет в этой жизни. Вместе двигаемся, достаточно часто рыбачим. В этом году мы уже достаточно много рыбалок сделали на воде регулярно. Да, Брателла? Да. И сегодня вот на второй день решили, может быть, маленько чего-то снять, да? Да, сегодня у нас вообще случай уникальный был. Да. Брателла на телефон снимал, но не знаем, какие кадры получились. Может быть, вставим, может быть, не вставим видео. Ну, телефон качество такое, однобокое, да, как бы. Да, такое это случай бывает раз в жизни, то да, далеко не с каждым. Случай у нас получился такой же, как я тогда, помнишь, на удочку мы тащили линка, и линка схавал большой таймень. Здесь же ситуация была подобная, только Андрюха тащил линка, и в этот раз на спиннинг линка, блин, заглотил большой таймень. Ну, не заглотил, а пытался заглотить. Бедный линок, да, бедный. Его даже чистить не надо. Да, его даже не надо чистить, блин. Ну, живой еще был, но да. Еще не успел хребет. Тоже тогда. Долго мы мурыжились с этой со всей историей, блин. Да. Вот, ну, кадры, конечно, уникальные. Такое не часто. Со щуками, да, с другими хищниками это бывает достаточно часто. Да, с тайменем. Да, с тайменем, да. Стоял прямо у самой лодки, и мы наблюдали эту картину. Все еще с Александром Тайменем, который тоже опытный. Да, мы тут, конечно, не только с тайменем. Посмотрели. У меня такая ситуация была за 20 с лишним лет по горным рекам только на удочку. Вода падает, вода большая, но вода уже достаточно чистая. Светлеет уже. Еще 8 вечер, ветер успокоился вообще, посчитай. Да, большой, большой ветер. От этого микрофон может задувать у камеры. Только вода чистая, смотри. Вижу. Нестандартная ситуация. Вытаскивал линка, а тут это, подскочил таймень, выхватил линка, вон он его пытается сожрать, видите, да, в воде. Не может, смотри, и никак не может, может заглотить его. И, ну, не отпускает. Вот он, вот борьба идет уже где-то минут 10. Мы вот ждем, он, когда таймень заглотит линка. Ждем, когда таймень заглотит моего линка, который это, которого я вытаскивал. Линок такой не походит, а под килограмм, не меньше. Вот он сейчас в воде идет эта борьба. Ну, не борьба даже, а то, что он хочет сожрать его, таймень. Поэтому не пытаемся таймень не спугнуть это. Отпустили леску. Отпустили леску. И таймень там в воде пытается заглотить. Вон он крупного, да, глотает линка. Вон прям видно, как это в воде все происходит. Такое, конечно, я с таким столкнулся первый раз. Я даже растерялся. Такого линка неплохого тащил. Вон он, по течению вон идет. Он, вон он, линок уже кверху. Здесь это очень мелко. Ну и таймень вроде бы пытается заглотить, но тоже добыча такая больше килограмма. Тяжело ее сразу захватить. И он его мусолит. Уже, конечно, линка уже давно умертвил, переломал, наверное, хребет ему. Вон он под берегом. Он еще так вот белый блестит. Это как раз это. Таймень пытается съесть моего линка. Но ты ничего заглотить не можешь. А никак заглотить не может, потому что там больше килограмма линок. Вот он сверху сейчас. Вон отпустил. Даже линка уже видно. Вон. Вон линка видно, а он его отпустил, нет? Или глотает? Нет, не отпустил, все держит. Держит, да? Ну мы, конечно, таймень это не вытащим, пускай хоть до конца понаблюдаем это зрелище редчайшее. Конечно, жалко, что сразу не начал снимать, когда это была атака таймени на линка. Мы вначале вообще не поняли, растерялись. Вон он сейчас под берегом его хавает. Может, там сейчас успокоится, мы тоже не будем пугать. Если он заглотит его, то есть шанс это тайменя вытащить. Вон он стоит под берегом. Да, вон под берегом, под кустами прям видно, белое. Но белеет. Можно чуть ближе подойти, там будет хоть, может, немножко видно, а с другой стороны спугнем уйдет, да? Или не спугнем. Но он тоже не может понять, что за линок такой. Непроходящий. Вон он под кустами сейчас. Или хавает, или уже отпустил его, да? Слышь, Андрюха, он его не заглотит, слишком большой линок. Ну, слишком большой линок. Ну давай поближе подойдем уже, спугнем, может тогда увидим, как это, как будет отпускать, хоть уйдет. Таймень-то тоже нам не нужен, да?
Ну, просто вот это зрелище. Особо большой. Ну, килограмм 5-6. Да, 5-6. Ну. Да, поэтому будем, наверное, все прекращать эту издевательство, пытку. Подожди, поближе. Или он отпустил его? Нет, держит. Вот. Держит, да? Вон он. Видно сейчас линок. Таймени пока не вижу. Линка видно под берегом. Вон он стоит, вон, смотри. Вон с линком стоит, вон. Смотри, видишь, вот линок белый. Ну, линка-то белого вижу. Ну, таймень его держит в пасти. Таймень держит в пасти, да? Что, будешь вырывать? А мы прямо лодка прошли, да, вот над этим тайменем, когда он его начал хавать. Его даже не испугало это. И сейчас не пугает, он, потому что добыча занят, наверное, да, Саша? Жадная эта добыча. Жадная, ну, голодная, видать. Вот он, длинок на берегу, и вот его таймень хавает. Потом сейчас, если вытащим, ну, хотя бы линка, посмотрим, что с ним там. Вот он, сейчас и тайменя хорошо видно. Если он его уже даже не глотает, уже просто... Просто держит, да? Мертвой хваткой. Он им подавился, ёптать. От жадности. Слышишь, если он его с головы заглотил, у него тройники. Если сейчас подсечь, возможно, тройники тайменя пробьют. А он его не с головы? С головы заглотил. Все, хвост торчит. Возможно, сейчас, если подсечь, Андрей, возможно, тройники ему в пасть войдут, тайменю. Ну, это надо нам. Вот он, таймень, хорошо видно, стоит. Вот он, линок, он его уже наполовину засосал. Вот, ну, вот, хорошо. Уже наполовину. Да, уже наполовину, уже внутри. Вот он. Что принимаем решение, подсекать? Да нет, наверное. Ну давай попробуем хоть это. Вот он. Ох, нифига ты, говоришь, пятерка. Вот. Да ну нафиг. Давай к берегу тогда. Не, он сейчас его отпустит. Отпустит, выплюнет сейчас. Ну и пускай живет. Вот эта вот картинка надо, конечно, наблюдать. Подожди. Попробуй к берегу. Ну, Андрей. Я вот вижу, вижу, Сашу. Илья, может, сяду на это, к берегу. Да, подожди. А он сейчас его выплюнет, он уже почти избавился. Возможно, тройники уже сели. Слышь? Угу. Не избавился, похоже, мы тройниками подсекли его, слышь? Вот это да, вон линок в пасти и таймень. Вот он. Смотри, как он держит этого. Ты такое видел когда-нибудь, Саша? Я такого не видел. Спиннинг надо убирать. Он большой. Не вытащишь. Да вытащи. Помочь бы. Все, подожди. Подожди, подожди. Ну, сейчас давай тут разберемся этого. Там, о, этот линок уже все готовый. Да, линок готовый. Ни хера ты не. А, линок еще живой, смотри. Весь подерганный. Сейчас это, Саша, доснимаю. А линок еще живой, Саша. Да ну нафиг. Он сейчас. О, смотри, дергается. Ну весь живого места нету, смотри. На линка. Видишь? Это десятка, Андрей. Вот. Вот это мы исполнили. Да, ты хоть заснял. Хорошо, что телевизор этот взял, телефон, как чувствовал. Давай пассатижи, пассатижи, давай мне. Вот он, точный, правильный, ушел. Но свалил. Не просекся, ну хороший такой лень. Есть. Ну а? Малыш лень. Да,
сегодня, видать, такой же был удар. Ну все, тут уже. Но? Вообще тут уже. Есть. Ну вот, ушел. Вон он мелькал прям. Видео тащил. Нормальный такой, за килошку. Тяжелый. Что-то у меня сегодня сходы поперли, да? Носатый. Ну вот, уважаемые зрители, порыбачил я какое-то время вот таким вот воблером. Называется он Smith Day Inside 53. Вот. Что могу сказать? Рыба на него клюет. Да, клюет. Видно, привлекает его эти движения на твичингах, на паузах. Ну вот видим, здесь уже крючки подразогнуты. Крючки очень маленькие и очень тонкие. И сходов, блин, можно сказать, даже больше, чем поклевок. Можно даже вот так вот сказать. Тройники однозначно нужно менять. Ну вот, после замены тройников, да, я вот уже... После замены тройников я уже не знаю, будет ли у вас сохраняться оригинальная игра. Вот, может быть и не так, если поставить побольше тройники, потяжелее, да. Но тройники просто говно полное. Сход на сходе, никак не делаются подсечки. И учитывая цену этого воблера с такими тройниками, ну однозначно к покупке я его не рекомендую. За такие деньги по сегодняшним дням еще потом и тройники что-то там искать, подбирать путное. А так очень много, просто колоссальное количество сходов с этими оригинальными тройниками. А воблер сам работает, да. Прикупил вот такого вот воблерка. Это у нас Duo Spearhead Ryoki 70S. Ну тут вот тройнички уже такие нормальненькие. Они потолще и попрочнее, побольше. Давайте попробуем, как он будет рыбачить. Все эти воблеры, которые я сейчас показываю, я рыбачу ими впервые. То есть, ну, смотрю, как они работают на горной реке. А, смотри, фичинго вот этот. Да-да-да, отвечен. А вот это халик. Есть, да? Есть, да. А это халик? Да, мини-шет это. Это тоже мини-шет? Да. Просто они... А где у меня халик?
А, вот он с крючком. Ну вот это хайлик ты сейчас держишь в руках. Ну вон там крючков. Во, хорек. Это тоже для фичинга, да, вот это? Ну да, это тоже такой. Есть. Да и мешонок, блин. Малыш, малыш, как ты так умудрился? Иди гуляй.